Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы попробуем отремонтировать аккумулятор на нетбук Asus. Аккумулятор этот A321015. Есть еще похожий A311015, который отличается только по своей мощности. У меня есть два аккумулятора. Один оригинальный Asus, один китайский аналог. И оба они не работают. В принципе, их можно выбросить, а можно попробовать сделать из них один. Итак, начнем. Вот такой аккумулятор. Вставляем его в нетбук. Заряд 0. Подсоединено и заряжается. Рекомендуется заменить батарею. Проверим программой AIDA. Здесь показывает, что степень изношенности 95%. Уровень батареи 0. Низкий заряд. Точнее, он заряд вообще не берет. Это фирменная батарея, которая шла с нетбуком. Фирма Asus. Литий-ион. Разберем ее и узнаем, что же с ней. Для начала необходимо проверить напряжение на выходах аккумулятора. На разъеме аккумулятора есть два значка, плюс и минус. Следовательно, крайние разъемы это полюса. Сюда щупы не получится вставить для проверки напряжения, поэтому я использую обычные иголки. Слегка вставляем до касания с контактами. И можно проверить напряжение. Устанавливаем тестер в режим проверки напряжения до 20 вольт постоянного тока. Напряжение равно нулю. Это говорит о неисправности батареи. Начнем разбирать ее. С помощью плоской отвертки или же старой пластиковой карточки можно попробовать открыть. Заводим ее в краешку. Начинаем отщелкивать. Вот у меня получилось забрать корпус. Немного поломался, но затем подклею при сборке. Вот такая марка оригинальных аккумуляторов и плата управления аккумулятором. Вынимаем весь блок батарей и контроллер управления. Посмотрим, что же там внутри. Было приклеено на вещество, похожее на силикон. Замеряем напряжение на попарных банках. 2,3, 1,6 и крайняя вообще нулевая. Значит, проблема в основном в этих двух банках. Вот одна из них сдулась, видно, поржавела. Отрываем аккуратненько, стараясь не повредить саму пластину, потому что ее потом можно будет припаять. Такая батарея у нас. Одна уже, видно, сдута. Очень. И на второй признаки вздутия. Вот. Эти батареи уже неисправные заведомо. Поэтому необходимо найти дубликаты. Возьмем аналогичный аккумулятор негодный, который купил на радиобазаре. Только A31. Он полностью идентичен, однако имеет меньшую емкость. И посмотрим, что в нем за аккумуляторы. Может быть, они подойдут для замены испорченных банок. Вот корпус раскрыт. Вынимаем аккумуляторы из своих мест. И смотрим их название. Здесь Samsung 8650. Замеряем рабочее напряжение 11,8 на всех банках. Теперь на каждой отдельно 3,9, 3,93,
3,95. Центральная получается самая мощная, поэтому возьмем ее в качестве донора. И первую банку, потому что на последней видны какие-то дефекты. Вот такой контроллер здесь. И по внешнему виду они полностью одинаковые на одном и на другом аккумуляторе. После этого рассоединяем сварку аккумуляторов. И после этого можно подпаивать. И ставим на место контроллер. Закрываем аккумулятор. Я пока батарею временно склею скотчем, можно изолентой. Становим на место. Включаем AIDU. И здесь показывает, что 4% состояния батареи, низкий уровень заряда. Степень изношенности 92%. Напряжение батареи 11103, 102 вольта. В углу 4% доступно. Подключено, заряжается. Подождем, пока она зарядится, и посмотрим, как же она будет работать. Таким образом, мои эксперименты по перепаковке фирменного аккумулятора Asus оказались неудачными, потому что после того, как я поставил туда новые аккумуляторы, он начал писать, что там 97% изношено, осталось 3%, работал 10 минут и выключался. Попробуем же разобраться с его копией. У меня еще есть аккумулятор, который я купил не очень дорого, за 500 гривен, и он тоже перестал работать. Копия имеет похожий внешний вид. Единственное, здесь меньше надписей. На оригинале больше есть надпись Asus. Здесь надпись Replace A31-1015, A32-1015. А здесь просто A31-1015. А так, по массе он похож, тоже тяжеловатый. Я уже его вскрыл. И можно посмотреть, что же находится внутри. И меньше было всяких изломов. И вот такой внешний вид. Внутри аккумулятора непонятно какой фирмы, но у меня проблема в том, что он показывает полный заряд, а через 10 минут уже ноль. Плата управления идентичная по внешнему виду. Вот оригинальная, нижняя, и это копия. Немножечко перенесены детали. Если оригинальная имеет надпись GTW18, то на этой просто Т5. Батареи приклеены каким-то липким клеем, который до сих пор не высох. Также выпаиваем от меньшего к большему, для того, чтобы вдруг не заблокировался контроллер. Провода здесь намного тоньше. Крайний минусовой идет уже обычным проводком. Для термодатчика даже нет выводов. В общем, такая упрощенная плата управления аккумулятором. Для перепаковки я возьму стандартные фирменные банки Samsung с одинаковым напряжением. Я возьму соединительные шины с оригинальной банки. Припаивать контакты к аккумуляторным площадкам тяжело даже 40-ваттным паяльником. Поэтому я использую паяльник помощнее, 65 Вт. Им паять намного удобнее. Ну, конечно, главное не перегреть аккумулятор.
для уменьшения размера батареи, если они влазят в корпус, берем маленький надфиль и слегка подтачиваем все выступы на контактах от улова. Один контакт у меня поломался, поэтому я использую медную фольгу. Врезаю такую же полосу. Медная фольга еще лучше, чем та, что была изначально. Отмеряю ее по размеру батареи и буду припаивать. Теперь ставим на место плату управления и подпаиваем контакты. Начинаем от минимального к максимальному напряжению. Теперь можно собирать аккумулятор в одно целое. Аккумулятор собран, и можно пробовать его испытывать. Настало самое приятное и интригующее время испытания аккумулятора. У меня нетбук Asus 1215B, и вот в нем вставлен наш имитированный аккумулятор. Итак, запустим, проверим. В правом нижнем углу вот появился значок 85%. Осталось 2 часа 29 минут. Испытание показало, что если у вас оригинальные аккумуляторы, то их перепаковка в принципе невозможна, так как необходима будет перепрошивка контроллера питания, специальная программа и коды. Если же у вас копия, то это без проблем может сделать даже начинающий мастер при наличии самых первоначальных навыков. Исходя из моего начального опыта, хочу посоветовать, покупайте сразу аккумуляторы с приваренными шинами, потому что это облегчит в дальнейшем упаковку банок весь аккумулятор, потому что я где-то час мучился, перепрепаивал специальные медные пластинки тоненькие для того, чтобы влезло все аккуратно в этот чехол, потому что он очень узенький, маленький, и туда очень тяжело напихать эти 6 аккумуляторов. Старые аккумуляторы можно использовать в фонариках, шуруповерте или в других электроприборах, они еще пригодятся. Вы посмотрели видео, как своими руками перепаковать аккумулятор своего любимого ноутбука или нетбука. В этом нет ничего сложного, но есть определенные нюансы. Пишите свои комментарии, замечания, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!